ganz gestört. Кошачий, как амурский тигр. Встретили, стали частью масштабного театрализованного. Прочно поселился в календаре перед праздником. Это не ваш ежик. Вы уже одну мою руку сожрали. Теперь хватит. Крабу вам. Я охотник за ежами. Я буду охотником за ежами. Я в нем ем икру, потому что всякие там какашки несъедобные. Вот икра. Оранжевая. Отлично. Я это бревно могу закрыть на глазами. Это закрытыми глазами или с открытыми? Открытыми. Все, щелкнуло. Ага. Огонь! Молодец. Прямо в банку. Прямо в банку. Отлично. Давай еще. До щелчка. Хорошо. Давай.
целься в банку. Ну, тут промазал. Ничего страшного. Да. Ну, целься и стреляй. Ир, не, вот сюда, вот, в бутылку. Огонь! Молодец. Попал. Что это такое и как ты его поймал? Здравствуйте, дорогие слушатели. Вот это вот карибан. Я его поймал вон там, правильно. Покажи поближе, какой он здоровый. Вот такой карибан. Ну-ка, по сравнению с твоей головой, давай посмотрим. Покажи на ладошках. Это очень полезная штука, ее едят? Полезная штука, и его едят. А как его едят? Ну, режут на кусочки, он может подписать, конечно. Это его единственное оружие, подписывать на кого-нибудь. Так вот его резать, так вот резать, а потом по кусочку так. Вот эти штучки тоже съедобные. Вот эти. Хорошо.